Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинески, и сегодня мы с вами играем в новую замечательную игру на моем канале, которая называется Hill Climb Racing 2. Друзья, сегодня у нас, можно сказать, день машинок. Надеюсь, что вам понравится, надеюсь, что вы зацелите, а я уже начинаю жать на газ. Если вам понравится, конечно же, обязательно ставьте лайк, потому что чем больше лайков, тем выше шанс, что я продолжу играть в эту игру. Надеюсь, что вы поддержите ее. Опа, ча, сальтуху крутим. Так, в другую сторону давай. Хорошо. Это, видимо, подсказочки. Я не думаю, что такое будет. Ой, блин, там кто-то жестко так врезался, вы видели? Ладно, продолжаем сжать педальку. Отлично. Отлично. Конечно же, я понимаю, что это пока что обучение и ничего серьезного, по сути, но... Блин, наконец у меня машина свалилась. Но все равно мы с вами затащили, и меня это, конечно же, радует. Так, видите имя Чинаски, конечно же, почему бы нет. Так, что мы с вами получаем? Новая краска, шапка-ушанка и 1000 монет. Ага, так, гонка, вид. А, я могу, да, я могу шапку-ушанку сейчас надеть. Супер, у меня пока больше. А, я могу стать вообще женщиной. Нет, давайте лучше останемся классическим Стивом. Кстати, прикольно тут, слушайте. Вообще нормас, я хочу в таком вот прикиде, в желтой рубашке и в синих джинсах. Погнали. Так, я могу еще и прокачать себе что-нибудь. У меня есть 1000 монет. Давайте, наверное, что такое АВД? А, это, видимо, трансмиссия какая-то. Что-то с колесами связано. Давайте мотор тупо вкачаем скорее. Ну чё, ребята, погнали. Я лично готов. Кто у нас тут в соперниках? О, я сразу вырываюсь вперед. У нас там Хуан какой-то, Брэд и... Ай, Джон. Ну все, ребят, русский должен победить. Чинаски уже рвется вперед. Коровки нам тут махают хвостиком, но я думаю, что это будет изи победа, потому что они там все вообще сзади где-то остались. Фу, ну пока что я думаю, что это все еще продолжается обучение, если честно. О, какой-то хлев. Я думаю, что это все еще продолжается обучение, потому что все пока как-то слишком легко. Я просто продолжаю немножечко балансировать. И есть золотая медаль. Под конец уже так, можно сказать, традиционно я вписываюсь лицом в землю. Ну, ничего страшного. Так, кубок Hill Climb без заносов. Погнали. Я... А, вот. Блин, я... Да, идеальный старт здесь, короче, можно сделать. Я только сейчас об этом увидел, что там есть какая-то кнопочка для идеального старта. Было бы прикольно доски сломать, чтобы сзади меня никто не смог проехать. О, лось! Лось есть. А, чтобы сзади меня никто не мог бы проехать. Так, а, пока идем нормально. У меня, в принципе, и бензина супер много, на все хватает. Время в воздухе, это все, конечно, хорошо. Но главное доехать в целости и сохранности. Мы продолжаем, кстати, ехать с нашей компашкой Джон, Брэд и Хуан. И Чинаски. Самые лучшие друзья, можно сказать. Готово. Еще плюс победа. Слушайте, а сколько здесь вообще будет? А, все? Изи. Первое место. Класс. Так, разблокируем вот эту штуковину. 13 секунд, да, надо подождать. Это еще цветочки, полученное достижение. Ну, давайте подо... Ага, смотрите, обзор лиги. Доступно автобус, скутер, а под конец там вообще какие-то спортивные тачки и байк. Слушайте, мне это интересно. Было бы прикольно посмотреть. Так, 1500, заключенный и эпическое усиление. Слушайте, здесь реально можно очень кайфово прокачивать свою машину, судя по всему. Детали. Ага, усиленная турбо, друзья. Ставим, конечно же, почему бы и нет. Плюс, смотрите, у нас теперь такой глушак нормальный стоит. И давайте вот эту одежду заключенного тоже возьмем. Прикольно выглядит. Хотя, конечно, выглядит немножко странно, но нормально. Да, вот, видите, здесь сколько разных. Блин, вообще на танке можно. Ну ладно, давайте пока продолжим. Я, наверное, не буду здесь тратить деньги, потому что я хочу, например, набрать бронзу 2 и на скутер потрачу побольше. Потому что пока что я думаю, что мы и без прокачки норм справимся. Поехали. Поехали. Интересно, а вот как мне использовать этот буст турбо? Ой, он сам используется, я понял. Видели только что огонь прям вырвался из моих... О, поехали, нормас. Блин, может быть сальтуху сделать? Ладно, пока не буду больше рисковать. Пока не буду рисковать. Пока мы еще недостаточно далеко отъехали от остальных. А, ну и в принципе не хочется опять же вписаться лицом... Слушайте, а может здесь уже есть? Я хочу что-нибудь новенькую, какую-нибудь карту дайте мне. Можно потом здесь сальтуху. Блин, надо что ли притормозить перед этим, перед, не знаю, как сказать, вершиной холма, что ли. Потому что, видите, там под конец можно сделать, в принципе, сальто, но у меня пока не очень получается.
Кубок Hill Climb. Продолжаем. Давайте, давайте. Опа, идеальный старт. Неплохо начали. Там снова Джек. А вот, смотрите, вот эти русские соревнуются. Сергей там и Франц. Франц явно не русский, а вот Сергей, видимо, да. Хорошо, слушайте, мне нравится моя турбина. Она реально прям поддает жару неплохо. Хочется новую тачку. Единственное, что? Слушайте, а что, Сергей и Джек все уже? Мы только с Францем соревнуемся, судя по флагам. Видите, там слева написано. У обоих эти скелетики, видимо, они уже немножко закончили свою гонку раньше времени. Ну окей, окей, это их проблемы. Да, я доехал. Кстати, слушайте, а он достаточно быстро до меня добрался. То есть он, по сути, прям совсем, прям нос в нос с нами шел. Перерыв на рекламу. Вам я рекламу не дам смотреть, друзья. Лучше уж я сам посмотрю, а вы не будете. Так, 3 часа он будет разблокироваться. Блин, долго, конечно, так-то. Бесплатность он лук. Давайте откроем здесь тоже. 600 монет, крылья новые. А, это на скутер. И амортизаторы тоже на скутер. Блин, а у меня скутера пока еще нет. Я еще не могу. Приключения, сельская местность. Кубки. Слушайте, это мы можем с вами еще и приключить. Давайте попробуем. Давайте попробуем, чисто ради интереса. Погнали. Значит, наша задача здесь, я так понимаю, что просто добраться до сундука. Вроде бы. Не выглядит особо сложно, на самом-то деле. Единственное, что важно, чтобы у нас хватило с вами бензина. Но пока что хватает. Пока что у нас целый бензобак. Бонус за расстояние плюс 1000. Блин, мы вообще на изи пройдем, ребят, с первого раза, мне кажется. Просто главное не упасть, главное все вот прям четенько. Снова полный бензобак. Едем дальше. 160 метров. Да, я думаю, что мы... Здесь аккуратненько. Мани... Ты, я пропустил. Блин, шапка упала, шапка упала. Ладно, пофиг на шапку, продолжаем ехать. 100 метров осталось. Главное сейчас не накосячить, иначе будет очень обидно, что мы почти все прошли. И под конец... Я здесь уже немножко притормаживаю, понимаю, что не все так просто. Все, готово. Плюс, еще и следующий сундук можно, блин, слушайте. Блин, а я не знаю, следующий-то сундук у нас получится с вами забрать или нет. Это уже посложнее, потому что, видите, здесь все очень такое скалистое, скажем так. Да. Но ничего, я, по крайней мере, понял, как это работает. И у нас с вами есть сундучелла. Зимние шины. Стартовый какой-то... А, это одна. А, может быть, кстати... Короче, мне это кажется, что мы не... Ну, это типа расходуемые предметы. Мы сейчас, если их наденем, то они у нас пропадут потом. О, бесплатно можно мотор прокатить. Давайте. А чё бы... А, за деньги. Точнее, за рекламу. Смотрите, то есть как я это понимаю... А, или может быть я не прав. Бесплатно зимние шины можно прокачать. Либо за 2400, либо за рекламу. Ну, блин, что за фигня? Активный ракетный ускоритель на идеальном старте. А это турбины, заряженные на максимальное давление для увеличения мощности. Блин, а что из этого лучше? Стартовые... Давайте попробуем чисто ради интереса. Нет, а это добавить. Чисто ради любопытства. Просто хочется попробовать. Поехали. Поехали. Затестим, что у нас выйдет в этот раз. Надо, главное, идеальный старт сделать. О! Чё, и всё? Блин, это же полный отстой. Почему? Нафига я турбину... Дайте мне обратно. Дайте, я хочу обратно турбину. А, и все, у меня... Блин, мне теперь нужно пройти до конца. Видите, здесь же две трассы. Я одну накосячил, если я здесь приду первый, интересно, то что у меня получится. Но желательно все-таки прийти первым, потому что иначе, может быть... Ой, у него тоже турбина, кстати. Эй, лакомка! Лакомка 777, вернись быстро! Блин, интересно, это реально онлайн-игроки или... Ну, это бот какие-то. Кто знает, пишите в комменты, ребят. Да и вообще, в принципе, пишите комменты, я все комменты читаю. Да, лакомка что-то вперед прям вырвалась сильно. Блин, мне писали тут, может, кто-нибудь, может, это мне помогло бы как-то. О-хо-хо-хо-хо-хо, лакомка, блин. Это косяк, конечно, жесткий. Видели? Под конец чисто. Ну, бедолага. Мне, конечно, даже жаль немного, потому что человек всю дорогу был первый, а под конец... Оп, все, минус гонка. Так, кто-то там уже упал, я вижу. Блин, лакомка опять хочет вырваться вперед. Так, держимся, нормуль. Опа, лак! Блин, да что ж ты так неаккуратно-то играешь-то, ну? Все, мы теперь один на один с Turbo 46431. Давай, Чинаски должен вырваться вперед и выиграть. Бензинчики, да, все, мы выиграли. Мы выиграли эту гонку, ребят, даже несмотря на то, что в первой гонке я вообще очень жестко накосячил. А, стоп, или это еще? Нет.
Супер! Супер! Так, мне надо будет это все сделать, видимо... Слушайте, давайте ради интереса открою сейчас. Вот чисто ради интереса. Так, что у нас в сундуке? 1200, магнит и стартовая эта фиговина на автобус. На самом деле, бесполезно. Если честно говорить, то абсолютно бесполезная фигня. И вот эта фигня тоже бесполезная, я ее тоже не хочу. Давайте попробуем вот это прокачать. Я хочу даже деньги потратить, не хочу смотреть рекламу. Теперь у нас есть крутые шины. О, видите, зимние. Я хочу на них попробовать поездить. И выглядит довольно брутально, мне нравится. Чтобы еще прокачать, давайте повысим мотор, чтобы еще скорее можно было ехать. Лучше передачу мощности давать. Давайте все прокачаем на единичку. Чисто, чтобы получше мы могли с вами играть. Поехали. Я думаю, что сейчас мы должны вообще жестко, ребят, потопить, потому что у нас с вами... О, смотрите, у него вообще какая-то новая тачка. Я тут очень не видел. Слушайте, ну зимние шины реально хорошо держат сцепление, то есть, по ощущениям, мне стало проще играть, если честно. Так, главное просто вовремя нажимать, как бы, перенос веса в другую сторону, потому что тогда у нас вообще все будет четко, и мы никогда не упадем. Коровочки, здорово. Теперь сюда. Берем бензин, едем дальше. И здесь можно попробовать сделать... Ладно, не буду. Я передумал. Не будем лучше. Ну и первое место на изи получаем. Это было очень. Никто даже еще не добрался до финиша довольно долго. Так, второй заход. Поехали. Жаль, что ну вот на этой бронзе одни и те же все-таки карты. Мне бы хотелось все-таки что-то новенькое. Но это тоже неплохо, потому что мы с вами зарабатываем деньги сейчас. И впоследствии мы сможем прокачать тачку и пройти приключения. Я думаю, что в следующем видео, если вам эта игра понравится, ребят, мы с вами пройдем приключения. Почему бы и нет? Так, езда на заднем колесе. Слушайте, а можно подумать? Ладно, передумал. Блин, ну это мой косяк, ребят. Я притормозил, хотел на заднем колесе. О, минус бог. Так, кеки остался, какой-то кеки. Ладно, кеки, я тебе выиграть не дам. Так, все, плюс медаль. Да, это тоже было изи. Я сейчас вообще могу проиграть и... Специальное предложение. Подробности за 110 рублей дается какой-то суперджип. Да нафиг надо. Я и так отлично справляюсь. Мне кажется, даже без суперджипа. Испытание на скоростных. Давайте. Опа! Скутер за 5к, ребят. А у меня столько денег-то и нету. Оу. Так, а если я, допустим, попробую здесь накопить себе 1800? Я просто хочу обязательно попробовать на скутере погонять. Давайте попробуем. Джип... А, это мой предыдущий, ребят, видите, я со своим аватаром как бы соревнуюсь. Ну-ка. Слушайте, а если так посмотреть, то мои шины не особо-то много чего дают. Мы там вырвались буквально на... Вообще, сейчас не вырвались даже. Странно. Странно как-то, я думал, что шины реально нам буст дают офигенский. На самом деле, это нифига не так. Ладно, потерял шапку, может быть, теперь из-за того, что меньше веса, шапка наверняка тоже что-то весит. Мы теперь быстрее будем ехать, но вроде бы нифига. Так, 3400, мне нужно 5 кэсов, чтобы купить себе скутер. Надеюсь, что хватит. На самом деле, здесь главное не тот, кто быстрее доедет, а тот, кто целее доедет. Вот что самое главное. Так, опа, обогнал, 3500, мне нужно еще 1500 желательно. В принципе, опять же, мне кажется, что мы можем это сделать, потому что тут есть хорошие денежные мешки такие, сразу, может быть, на 1000 даже нам дадут. Так, взбирайся. Супер, получили еще денежки. 3600, кстати, уже, да, реально очень быстро накапливается, я думаю, что мы с вами... Так, 3600 все еще. Надо найти какой-нибудь мешок с деньгами. Да что ты делаешь-то? Все, здесь я сломался в предыдущий раз, а сейчас продолжаю ехать, ребят. Сейчас продолжаю ехать. Вот, так, 3600, а сейчас... О, 4700, я же говорил, на целый косарь, ребят, это офигенно, хотел я сказать. Ну что, я предлагаю сделать такую тему, дорогие друзья. Давайте я, наверное, скутер куплю уже в следующей серии. Если вы хотите увидеть продолжение этой замечательной игры, обязательно ставьте лайк, подписываемся на канал и ставим колокольчик. Я думаю, что это будет довольно-таки весело. Также не забывайте оформлять спонсорские подписки, если у вас есть такая возможность и такое желание. Ну а с вами же был Чинаски. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи, дорогие друзья, и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах, запомните их и присоединяйтесь.